Точно, да? Это кто, хорошие русские или плохие русские? Ну, открывать огонь при виде нас они не станут, если ты об этом. Я не против, сэр. Огонь по усмотрению! Противник убит! Спокойной ночи. Отлично. Впереди будут еще патрульные пункты. Комаров со своими людьми будет ждать нас в поле на северо-западе. После трансляции казни свергнутого арабского лидера Ясира Аль-Хулани, силы военного флота США, находящиеся в Персидском заливе, в состоянии полной боеготовности, через пожаловать в новую Россию, капитан Прайс. Где цель, Комаров? Мы должны разыскать информатора. Сепаратисты вывели БМ-21 с другой стороны холма. Они уже уничтожили сотни мирных жителей в той долине. Не так быстро. Помнишь Бейрут? Ты ведь с нами? Ну, если очень надо... Еще бы, черт возьми. Иван, приготовься к атаке. По моему сигналу! Сюда. Отсюда ваши снайперы смогут прикрыть моих ребят. Соуп, сюда! Группа на позиции. Газ, вы прикроете левый фланг. Вас понял. Прикрою левый фланг. Всем отрядам приступить к штурму. Контакт к северо-западу. Соуп нейтрализует пулеметчика Фокта. Чтобы люди Комарова могли приступить к штурму. Вражеские вертолеты! Ты ничего не говорил о вертолетах, Комаров. Но я и не говорил, что здесь не будет. Мы должны защитить моих людей от вертолетов. Сюда! Левый фланг! Всем отрядам приступить к штурму! Контакт к северо-западу! Соуп нейтрализует пулеметчика Фокта, чтобы люди Комарова могли приступить к штурму. Минус противник. Черт, вражеские вертолеты! Ты ничего не говорил о вертолетах, Комаров. Но я и не говорил, что здесь не будет. Мы должны защитить моих людей от вертолетов. Сюда! Быстрее, Комаров! Тебе не о чем беспокоиться, капитан Прайс. Возьмем БМ-21 и прорвемся напрямую к этому твоему шпиону.
доложите обстановку. Сколько еще времени вам нужно? Хорошо, я их задержу. Сэр, может просто выбить из него всю информацию? Сэр, у нас будет погоня, а вертолеты. Меняю магазин! Прикройте их с утеса. Я шпион. Время на исходе. Цели на северо-восток. Чем ближе мои люди подберутся к деревне, тем больше у нас шансов спасти вашего шпиона. Противник впереди! Отлично. Хоть какой-то успех. Теперь за мной, к электростанции. Довольно. Где этот шпион? Уже начался решающий штурм. Если твои снайперы нам помогут... Доме! Доме! Не так уж сложно, на северо-восточном краю деревни. Солкас, мы должны добраться до того дома, прежде чем со шпионом что-то случилось. Вперед! We'll be right back.
он еще жив. Газ, обойди здание и перейди в провода. Всем остальным приготовиться. Выполняй! Так, электричество отключено. Вперед! Виктор, электричество отрубили. Прибор ночного видения значительно все облегчит. Нас? Это он. Николай, ты в порядке? Идти сможешь? Да. Я его убивать смогу. Орлан говорит Б-6. Посылку забрали. Встречаемся на зоне посадки. Прием. Б-6, на связи Орлан. Мы в пути. Конец связи. Пошли, пошли! Орлан говорит Б-6. Посылку забрали. Встречаемся на зоне посадки. Прием. Б-6, на связи Орлан. Мы в пути. Конец связи. Пошли, пошли!